Оля рулит на санках. Как съездила? Ваня тренируется в катании на санках. Все как в горных лыжах. Ездить нужно с лейкой. Вот мы катаемся на скайпасе. Я на него снова залез, прямо на горку. Где летишь? Вверху, да. Ага, и что там? Лед. Я, короче, по прямой лечу. Скорость огромная, пытаюсь поворачивать. Поворачиваю, а он берет так вокруг себя, разворачивается, и я задом дальше. Задом я уже не видел, я сам-то доезжал, но видел, как-то на пузе волочилось за ним. А там, ну, он тоже на этих, на таблетках катается. На пузе тоже. Таблетки — это не наш метод. Не, у нас это... Сколько скорость развивать, не помню. 120 км в час. Сегодня, говорит, не погода. Эх, 10 тысяч рублей и гоняешь всю зиму бесплатно. Погоняем в следующем сезоне. Rejection.